Спортивный клуб Universal Fighters расширяет свои границы. Академия единоборств, основанная в 2018 году, по России имеет уже 36 филиалов. В Дагестане команда представлена во всех 10 городах, активно подключаются и районы. Накануне очередной филиал открылся в Карабудахкенском районе. Тему продолжит Курман Рагимов. Открытие филиала клуба Universal Fighters стало для молодежи села Гурбуки настоящим праздником. В гости приехали топовые российские бойцы и грэпплеры. Рамазан Имеев, Магомед Маликов, Абдулжалил Адилов и Шамиль Магомедов делились секретами своего мастерства. Клуб будет базироваться в бывшем доме культуры. Активисты с помощью меценатов сделали ремонт, зал оборудовали двумя борцовскими коврами. Познавать азы грэпплинга и ММА здесь будет порядка 50 спортсменов. Тренер – местный воспитанник Магомедхан Юсупов. Он чемпион России и международных турниров по рукопашному бою. Мы всегда готовы поддерживать спортсменов, молодежи. И данное открытие – это шаг вперед, значительный шаг вперед. Конечно же, я хочу поблагодарить таких активных ребят в села, как Магомедхан и других, те, которые поддерживают спорт. И, конечно же, хочу поблагодарить сегодняшних наших гостей, руководство клуба. В ходе торжественной части выступили представители администрации села, духовенства и общественных организаций. Почетные гости поздравили юных спортсменов и обратились со словами напутствия. Если посмотреть историю пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы видим много фактов на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, именно такого поколения, молодого поколения, как он уделял на них внимание. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда надеялся на вас, на молодежь. Он верил вам, и он хотел от вас ответ, чтобы вы были физически сильными, всегда подтянутыми, готовыми, чтобы защитить свою семью, свою родину, свою веру. Открытие филиалов в селах Дагестана придаст новый импульс развитию клуба. В этом уверены в руководстве Universal Fighters. Академия единоборств, основанная в 2018 году, насчитывает уже 36 филиалов по России. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск и другие города. Всего по стране команду представляют порядка 5000 спортсменов. По республике Дагестан у нас по всем городам есть филиалы. И сейчас мы потихоньку будем в этих селах, в районных центрах открывать филиалы для того, чтобы молодежь на месте могли услуги создавать в районах, чтобы они могли там уже заниматься и потом уже подготовлены приехать уже. То, что сегодня увидели, условия очень хорошие в этом, то, что они создали. Тренер у них хороший парень, он сам тоже является спортсменом. Он заявил желание присоединиться к нашему клубу. Мы со своей стороны будем помогать им дальше, чтобы они могли прославить свой район, село Дагестан. Тренировки в новом клубе будут проходить ежедневно. Первой проверкой сил для спортсменов станут республиканские соревнования по грэпплингу. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Карабудахкенский район.